Новая ковид-волна набирает силу по всему миру. В Приднестровье накануне 300 заболевших. С начала года так много не было. В Молдове вообще антирекорд с начала пандемии. Почти 2700 инфицированных за день. Специалисты говорят, проявляется омикрон. У соседей он уже есть официально. У нас пока не подтвердили. Но медики говорят, скорее всего, новый штамм среди нас. Омикрон все ближе. Новый штамм выявили в 106 странах. Заразиться им проще, распространяется быстрее дельты. Из-за этого растет заболеваемость по всему миру. Это новая волна. Не обходит и Приднестровье. Медики считают, омикрон уже здесь. Он характерен очень большим количеством мутаций. Именно 32 мутации. В сравнении с дельта там 16 мутаций было в коронавирусе. И вот эти мутации в основном находится в спайк-белке. Это белок, который находится в шипах коронавируса. Помогают вирусу быстрее и легче внедриться в наши клетки. Таким образом, он более заразен, чем другие варианты коронавируса. Часть мутаций помогают вирусу, чтобы он не был распознан антителами. В Молдове тоже волна, мощнее всех предыдущих. Антирекорд всей пандемии – почти 2700 заразившихся за сутки. Это накануне. Омикрон у соседей уже официально. Не избежать его и нам. Так было и в самом начале. Когда коронавирус пришел в Молдову, привезли его и в Приднестровье. Первый случай у нас как раз импорт от соседей. Ковид мутирует и умнеет, пытается обмануть иммунитет, в том числе вакцинный. А все из-за коллективного иммунитета, вернее, его отсутствия, говорят специалисты. Коронавирус будет мутировать до тех пор, пока охват вакцинации не будет больше 70%. То есть этот вирус не сможет распространиться, да, и вызывать новые мутации. Я записался, в понедельник приду делать, потому что у меня куча болезней, и мне надо, потому что у меня и сахар, и это, если я уже болел, если не сделал вакцинацию, я не знаю, разговаривал бы я или нет. Я думаю, что если будет большинство, часть привита, то не будет эпидемии. Каждую неделю в специальную лабораторию Кишинева из Приднестровья отправляют несколько проб. Омикрона пока не выявили, а вот грипп распознан. Сейчас как раз и его сезон.